Подождите, не ложитесь, подождите. Я сниму ручей, извините, спасибо. Снято. Спасибо. И что без ночевки там вот при всей этой дороге и надо успеть на автобус, там всего остается. Там только зимой можно вроде как, летом же нельзя, там же из-за льда нет. Туда идем, да? Да, туда идем. Да. Там вроде там не на острове стоит никак. Зимой по льду только туда. А по Алтаю вообще. А, надо сфотографию. Странно. А куда идти? А мужик? Могу. Ну, за это надо хотя бы там прожить. Он заготовился. Ну и... Как в районе? А вот этот дипломат, что вы сделали, вот там у меня рядом с этим местом дом. Горное полывание, можете забрать. Я просто вот это купила, там надо хоть надо пожить, позвонить. Ждем походу, звонятся, что платно. Ну чего, да, у меня там столько этих интересных мест вокруг. Ну, я проехала в этом году по Алтаю. Но только была вот эта Красовская озера и радиотранслятор. Какой там? Какой-то есть радиотранслятор в одной из деревьев. Это я имею в виду в более глухих местах.